Доброго времени суток, кто зашел в гости. Я поднялась наверх, даже сама не верю, что я снег вижу. Я уже не ждала даже, потому что внизу в Гренобле, где я остановилась, снега нету, там довольно тихо. Ну, никаких даже предпосылок того, что снег там будет. Шамбрус, тут высота где-то 1650-1700, где-то так вот. Очень много людей катается. Автобус стоил 2 евро из Гренобля. Совсем-совсем дешево. Если считать, то я ездила из Альбервилля. Я хотела подняться в горы. Это почти нереально. Не, ну можно подняться. Но билет стоит почти 25 евро. Это достаточно дорого. Поэтому, когда я была в Альбервилле, я только поднялась до маленькой деревни Бафорт. И все, я не поднималась. Но там был немного снег. Но это совсем маленькая станция, деревенька. Тут большая такая станция лыжная. Нельзя сказать, что много ресторанов и улиц таких вот. Ну, как бы, мне кажется, автобус пошел еще дальше, еще выше. Но мне и здесь неплохо уже. Час мы поднимались. Я давно не была в горах. На такой высоте 1650-1700 достаточно высоко. И такие крутые подъемы. На дороге в некоторых местах снег все-таки лежит. И так это немного неспокойно на дороге, скажем так. Но я давно не ездила, мне как-то не очень комфортно на высоте большой. Когда находишься здесь, то хорошо. Но когда едешь по этой дороге с обрывами. Но вообще здесь красиво, да, по-своему. А то, что легко добраться, получается... С Гренобля только автобус 2 евро всего лишь стоит, и уже час, и ты уже наверху. Хочешь, катайся. Хочешь, просто отдыхай, как я приехала посмотреть. Надо найти что-то перекусить. Тут полно блинчиков, блинчиков не хочется, хочется фондю. Но автобус обратно через 2 часа. Пока ресторан, пока покушаешь, то и уже обратно надо идти. Но многие приехали покататься с лыжами. До 5 часов у них есть много времени, чтобы покататься. А я так, налегке. Посмотреть, показать, воздухом подышать и поверить, что я приехала увидеть снег. Немного видео и фото с собой и пойду искать что-то перекусить. Надо мамонта найти какого-то, погрызть. А потом можно еще поснимать. Тут то снег идет, то не идет. Вот тут минута, сейчас снега нету. Как бы. То моросил, я вышла из автобуса, моросил снег. Я достала зонтик. Сейчас снег прекратился. Я думаю, надо быстренько что-то поснимать. Потом перекусить и посмотреть, разведать обстановку на месте, что здесь есть еще интересного.